Когда она приехала из родного города, статуя ей сказала: «Дайте мне вашу усталость, вашу бедность, ваши массы». С чем он так себя ведет? Это все рэп-музыка. Из нее и рождается все это хамство. Да-да, ты послушай, какие у них имена. Связано с человеком, который... Чего тебе нужно? Кармен из-за намека больше. Ей надо было назвать тебя болтливой Кэти. Ты можешь? Разобрали. Мы, наверное, не будем вам мешать. Хотели зайти? Да нет, вы нам не мешаете. Очень мило, что вы зашли. Может, выпить и чего-нибудь? Засиживаться тут долго. Отлично. Прямо как в последний... Позвольте спросить, у вас как? Тело человека храм или... Я правда. Кто ходит по улице, им вслед кричат. Так ты уже стал брать. Знаешь, милая, Джордж наш гость. И каждое деревце, и украшающий сдул домик. Ну, он и вешает трубку. Кирпичную стену. Я думаю, мы уже... Баксов, ничего страшного. Линда. Привет. Ты в порядке? Привет. Да, все в порядке, все хорошо. Да, честно. Милость. Просто там у меня были друзья и семья, а здесь ничего нет, даже нормального мяса. Ты муж и сын. Ты про моего мужа? Пач. Спасибо. Вы такие милые. Мне так хорошо с вами. Правда, очень хорошо. Я, может, и вожу микроавтобус, и он... В воскресенье ты приведешь себя в порядок, твой сын приведет себя в порядок, и мы пойдем в церковь, как нормальная счастливая семья. Ты слышала? Вот в чем проблема всех детей. Все дело в насилии. Будь умнее. Настоящее насилие — это форма искусства. Оно на чему? Не хочу. Езжайте вдвоем, у меня есть дом. Скорее, скорее, быстрее за ним! Ты это слышала? Даже довериться никому нельзя. Не нашли вас. И что вы вообще... Он пошлет кого-то еще. А что будет, когда этот кто-нибудь доберется до нас? Тогда мы все покойны. В каждой семье есть маленький 4-летний ребенок. Приятного аппетита. Спасибо, что пришли. И сколько уже работает ваш магазин? Мы с мужем открыли его где-то месяц. Вы любите итальянскую кухню? Обожаем. Отлично, потому что у нас будет китайская еда.